19 января православные христиане Владивостока соберутся, чтобы отпраздновать Крещение Господне. В этот день по всей России проходят богослужения и крещенские купания. Жители города смогут окунуться в студеную воду в двух специально отведенных местах. 19 января в 12 часов на Русском острове от монастыря Свято-Серафимовского мужского пойдет крестный ход к морю, на бухте Навик будет организована купель, поэтому все желающие могут прийти и совершить это действие. Также окунуться в проруби можно будет на набережной спортивной гавани, где будет организована купель. Людям, имеющим проблемы со здоровьем, и детям лучше воздержаться от ледяной проруби. Остальным жителям города стоит подходить ответственно к крещенским купаниям и не забывать про технику безопасности. Хочется пожелать, чтобы вы не забывали соблюдать вот элементарную технику безопасности и выбирали для погружение места, вот, которые вот, организованы, да, то есть, где есть вот, и скорая помощь рядом, и МЧС, то есть где все совершается вот, под контролем, где все организовано. Конечно, не забыть вот, одеть теплые вещи и, конечно, приступать к окунанию да, в трезвом виде, с молитвой да, и с благоговением. Напомним, безопасность населения в период проведения крещенских купаний будет осуществляться силами спасателей, бригад скорой помощи и полицейских. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.